Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. У нас наступила осень, а значит, пора переходить к интенсивному уходу за кожей лица. Сегодня мы приготовим простейший, но очень эффективный домашний пилинг из копеечного аптечного средства, который замечательно отшелушивает кожу, выравнивает цвет лица, осветляет пигментные пятна и веснушки, очищает кожу, уменьшает жирность, регулирует работу сальных желез и придает нашему личику холеный свежий вид. Видите, сколько пользы. Кстати, маски с этим аптечным средством мои самые любимые. Итак, нам потребуется копеечный аптечный аспирин. Берите самый дешевый, который найдете в аптеке. Эффективность маски от этого не изменится. Второй компонент нашей простейшей домашней маски – это мед. Благодаря ему кожа становится более нежной, гладкой и упругой. Берем 1 столовую ложку порошка аспирина. Для этого придется мелко истолочь примерно 10 таблеток. В порошок добавляем 1/2 чайной ложки воды и 1/2 чайной ложки меда. Все хорошенько перемешиваем. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Наносим на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем на 5-10 минут. Перед смыванием маски можно немного помассировать личико, как скрабом. Затем смыть и нанести свой обычный ухаживающий крем. Лицо после такой маски просто светится чистотой. Поры чистые, кожа ровная и гладкая. Да что долго говорить, просто попробуйте. Уверена, эта маска с аспирином станет вашей любимой. Для жирной и комбинированной кожи при хорошей переносимости можно делать такие маски 1-2 раза в неделю. Для нормальной – 1 раз в 10 дней, для сухой – 1 раз в 2 недели, опять же при хорошей переносимости. Если у вас имеется аллергия на мед или аспирин, от таких масок нужно отказаться. А перед первым применением смеси обязательно проведите тест на аллергию на сгибе локтя. Как вам такой рецепт? Пробовали применять аспирин в домашних масках для лица? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Всегда их с огромным интересом читаю. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, а также на мой инстаграм «Миллион полезностей». Пока-пока, до новых встреч!